Кости же народы переспросят Варавву, Иисуса же погубя, отвечал же ем на речей, кого хочете, того и отпущу к вам, а не жреша Варавву. Глагол им Пилат, что оба сотворю, Иисусу глаголему Христу, глаголоши ему все, да раз как будет, ем же рече, кое оба зло сотвори, а не же излюха, вопияху глаголюща, да пропят будет. Видел же Пилат, яко ничто же успевает, но паче молва бывает, прием воду, умыруся пред народом глаголя, не повинен есть от крови праведного сего, вы узрите, и отвечавши все люди реша, кровь его на нас и на чадях наших, тогда отпусти им Варавву, Иисуса же бив предадеем, да его прокну. Тогда воины Емановы, приемши Иисуса на судище, сопраша нам все множество воин, и совлекши его, одеявши его хламиду червленою, и смекши вне сотерния, подложивши на главу его, и трость десницу его, и поклонившись на колено пред ним рухакуся ему, глаголюще, радуйся, царю иудейский, и плюнувши нань, прияша трости, бияху по главе его, и да порухашися ему, совлекоша с него по границу, и облекоша уризы его, и ведоша его на пропятие, исходящий же, обретоша человека Киренейска, именем Симона, и сему задержа, понеси крест его. Oh.
Паки, паки, миром Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Благословися, святое имя Твое, прославися Твое Царство, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Писание вины Его написано, царь иудейск,
и с ним распяша два разбойника, единого одесную и единого ошую его, и сбыться Писание, еже глаголит, и со беззаконными вменися, и мимоходящие в кулиху его, покивающие главами своими и глаголящие, уа, разоряя церковь и тремя днями созидая, спасися сам и снитесь с креста. Так же же архиерей, ругающийся друг ко другу, с книжники глаголуху, иные спасея себе или не может спасти, Христос, Царь Израилев, да снидет ныне с креста, да видим и веру имеем Ему. Прибывшие нетленно, сию тебе приводим в молитву,
Владыка многомилостивее, при грешении прощения даруйтесь всегда зовущим. Помяни нас, спаси, во царствии Твоем. Паки, паки, мира, Господу помолимся. Жестоки, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную, владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми, помянувши сами себе друг друга, и весь живот наш Христу Богу предади. Тебе, Господи! Я потерпаюсь, силы небесные, Тебе славу посылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веку. Аминь! Он мне премудрость, прокименьку,